Первая трещина на дороге, ведущей к центральному пляжу и Ричпорту, появилась как минимум в 2017 году. И трещины продолжают появляться. Дорога проваливается из-за того, что по ней курсируют самосвалы, вывозящие из речного порта песок и пескогравийную смесь. Трещина, которая появляется на правой полосе, это последствия того, что левая полоса садится и тянет за собой правую полосу. Это все исключительно в результате тех подвижек, которые происходят под воздействием тяжелой техники. При этом полотно не предназначено для проезда автомобилей выше 10-12 тонн. Соответствующие запрещающие знаки установлены. По словам Сергея Гигирева, геологические изыскания показали, нужно полностью перестраивать полотно, заменить грунт и сделать бетонную подушку. Однако зимой проводить подобные работы невозможно, а летом блокировать единственный проезд к пляжу градоначальники не могут. На сегодняшний день ведется наблюдение. И вырабатывается комплекс мероприятий по окончательной стабилизации данного сооружения. При этом мы договорились, как бы указали и попросили ГИБДД о том, чтобы они усилили работу, связанную с движением грузового транспорта. На данный момент трещины заделывают дорожные службы. Управда.ру следит за развитием событий.